Здравствуйте, вы на канале Алекс и Николь. Сегодня мы пришли на горку, и в конце вас ожидает сюрприз, так что не перематывайте. Так что не переключайте. И не перематывайте, они же могут просто перематывать. Быстрее, на ледянках или на санках? Уровень вставайте, и кто быстрее, ну кто дальше, наверное. Да он! Тут любой рекорд обзор. Смотри, Саша пришла. Да, а я уже видел. Ты кто тут видит? Максик, рулем. Там девочка, ее папа тащил, и она просто вот так уткнулась в свою эту... Ну, вот такой же. Вот на ледянке такая лежала вот так. Я папа тащил. Какая крутая горка, не боится ведь. Нет, лучше бы другую варежку. А другую в карман. Другую в карман. Да. Ой. Нашли еще круче горку. Понятно. Делайте. Перерыв у нас. Давай. Чай с лимоном. И мармеладкой. Понятно. Все туристы сидят. С чаем. Мама, у нас есть печеньки? Печеньки нет, я не взяла, только конфетки. Да ты просто говорила, то, что печеньки, там что-то складывала, так печеньки. А, такое. А, кулинар наш ненаглядный. Вкусно. Вот и наш сюрприз. Мы его сейчас подожжем. Это яблоко, в которое воткнуты спички. Как ёжик. Конфетка будет дополнять огонь. Так, Саша, на. Сейчас у нас будет огонек, и мы погреемся. Посмотрим, как он будет гореть. Ты сверху прямо его поджигай, спички. А еще она будет получше гореть из-за салфетки. Сверху. Сейчас реакция пойдет. Да, мам? И вкусно будет пахнуть. Да. Да.
Хорошо, то, что я блинчик. А я салфетку подожгу? Да не надо. Ну, подожги. Нет. Чтобы она еще снизу разгорелась. Надеюсь, картинка видео будет вот это. Ну, он достаточно медленно горит. Угу. Ну, надо было просто их побольше так. Мне кажется, даже при ветре оно бы разгорелось. Можно и погреться заодно. Сгореть. Не зря я снизу пожег, да? Класс. Яблоко прям дымится. Мам. Мне кажется, даже если бы был ветер, она бы все равно разгорелась вот так хорошо. Классно. Можно вот этим способом, короче, вот этот, разжигать костер. Или запекать яблоки. Да. Но потом вытыкать это все замаешься. Как еж теперь стал. Да, мам? Так, все. А как мы его уберем? Оно сейчас само покатится, наверное. Да. Или снег засыпет. Когда будет готово. Смотри, вон там яблоко. Все. Я и погреться забыл. Тепло? Да, тепло. Да. Я сейчас вся провоняю. Ты что? Ну, пошерудите его какой-нибудь палочкой. Вон стрига снизу. Тут еще спички не сгорели. Они на салфетке стоят. Они намокли, наверное, из-за снега. Из-за яблок. Последний. Ну-ка давай, отломай ему этих всей. Как еж. Морской. Ну. Кто-нибудь хочет яблочко такое? Нет, пожалуй, я откажусь. Как гриб, по-моему. Противно. Давайте выглядит. Его разобьем, вот так возьмем и бум. Давайте. Саша, его уже сплющу. Здесь у него такие. Собственно, что получилось. Давай его в снег закопаем. Вы были на канале Алекс и Николь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.